Вы к Алексею Ивановичу? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, он только что уехал. Уехал? Ему необходимо было заехать на консультацию к академику Полынову. Это учитель Алексея Ивановича. Он к вам звонил, но на линии что-то произошло. Да. Дело в том, что у обезьяны, над которой Алексей Иванович делает свой опыт, появились непредвиденные отеки. Кажется, ее зовут Лилиана. Да. Хотите на нее взглянуть? Нет, спасибо. Я посмотрю в зоопарке. Дайте мне телефон Полынова. Пожалуйста. Я все понимаю, дорогой Алексей Иванович. Но одно дело страничка учебника. Да-да, одно дело учебник, а другое живое существо. У нас часто забывают об этом. Наш, я бы сказал, слишком нетерпеливый век. Мне это хорошо известно, дорогой учитель. Но молодежь тем и отличается, что ей хорошо все известно. Но надо очень много знать, чтобы понять свое невежество. И я бы мог немало порассказать вам. И я повторяю вам отечески. Не торопитесь с этим экспериментом. Вы удачник, но у вас много завистников. И они, как все насекомые, оживают при первой неудаче. Да, да? Кто это? Какая? Ах, это вас, Алексей Иванович. Да, простите. Да? Я уже мчусь к вам. Я уже почти в машине, Кира. Вы слышите этот свист? Это ветер. Это хороший примет, встречный ветер. Мне выгоднее самой заехать за вами. Выходите к воротам. Что до меня, то я слишком поздно понял. Какая-то отличная вещь, встречный ветер. Ну, беги, беги. Спасибо, беги, все беги, хорошо. Беги. За весь месяц это первый вечер, который вы дарите мне. И то, наверное, украденный у Лилианы. Скажите, вы никогда не опаздывали на свидание к ней? Ах, Кира, когда-нибудь вы раскаетесь за этот незаслуженный упрек. Дядя Митя поет. Что-то он не в голосе. Все киснет сегодня. Вас, вино, любовь. Не сердитесь, Кира. Я ведь весь вечер с вами. Сейчас он скланиваться будет. Сейчас сами домой приедут. Ну, вешайте ее, наконец, пора на дачу. Нет, нет, чехла снимать не будем, все равно мухи засидят. Тише, тише, тише. А не рухнет ли она на Дмитрия Романовича? Как раз его любимое место тут, а? Может и рухнуть. Тяжелая, словно на чугуне написано. А не поместить ли нам ее над горкой? Как вы находите, Параш? Дайте сообразить, Вера Артемьевна. Да уж, конечно. Против окна самый вид, и опасности меньше. Давайте-ка прикинем, пока нет Дмитрия Романовича. Дайте сюда, Параша. Хулище какая. Я за тряпкой схожу, Вера Артемьевна. Я видела, Параша, дайте сюда. Это Дмитрию Романовичу письмо. Ничего, дайте, пожалуйста. Вазу грохнул. Черт, наставлено везде. На дачу скоро едем? Через 10 минут. Ты с машиной? Машина здесь? Кирочка взяла на полчаса за Алексеем Ивановичем скатать. Ой, рухнет она и здесь, боюсь, Вера Артемьевна. Да, отвезем-ка ее на дачу, Параша. Ну, конечно, на дачу для здоровья безопаснее будет. Люди все больше на воздухе. Отнесите, Дмитрий Романович. Thank you.
Ми-ама. Кисленького чего-нибудь или яблочко мочененького у вас не найдется? Все вниз отнесли, Дмитрий Романович. Ну чего же вы заснули, как мороженое? Ну несите, несите ее. Поразительного колорита. Это мировая вещь. Опять ты купил какую-то громадину, Митя. Как хочешь, я решила отправить ее на дачу. Ну черт с ней, можно и на дачу. Душно. Одевайся, мы едем сейчас. Ты поезжай одна, я завтра утром приеду. У тебя концерт? Нет, но я несколько задержусь в городе. Очередная поклонница? Да не думай, Митька, я слишком молода сама для того, чтобы ревновать тебя к твоим фивкам. О, опять. Что ей сказать? Болен. Да. Алло. Ну, говорите же, кто там? Нет, это аккомпаниатор и личный секретарь Дмитрия Романовича. К сожалению, он нездоров. Ему как раз сейчас ставят банки на поясницу. Что-что? Нет, у него поясница к перемене погоды. Я что-то говорю, Харунду. Пусти, дай руку. Что? Контора? Что-что? Нет-нет, это я санитару. Да, вот пел Фауста, а сейчас простыл. Ну, милочка, когда вам тоже стукнет 59, и вы станете прихварывать-то. Цветы можете передать. Здравствуй, Нина. Я тоже рад говорить. Да. Так почему же, мой милый муж, вам нужно остаться одному в пустой квартире? Ты зря. Никогда я тебе не изменял, Верочка. Но всегда был в полной готовности. Итак, от кого это письмо? Ну, от женщины. Ну, ну. Хорошо, я отвечу сама. Ей лет за 50. Волосы с проседью. Зовут Павлом. К сожалению, этот Павел ничего не пишет о себе. Ты хвастался Алексею каким-то приятелем, который стал большим человеком. Это не он? В том-то и дело, не знаю, кем он стал. Я боюсь, Верочка валит с какой-нибудь кассир, с портфелечком, увидит эти вещи, напьется на радостях, нахамит. И вся мечта, которую я лелеял столько лет, рухнет к черту. Ты просто ребенок, Митя. Знаешь, я сяду вот так до 11, посижу и поеду. Ну, кто ходит в гости ночью? Вам кого? Не торопись, милая. Я этого страшно не люблю. Все по порядку. У тебя очень милое. Я бы даже сказала, рассудительное лицо. Ну-ну, не смущайся. Так вот, я тетя твоей хозяйки. Понятно тебе? И мать той самой Киры, которая выходит замуж за вашего, как его, кажется, Алексея Ладыгина. Ну, ступай теперь, докладывай, пока я себя приведу в порядок. Ну, иди же и скажи, что явилась тетя Констанция Львовна. Вера Артемьевна, пришла какая-то дама, очень сердится. Задержите ее там на минутку, параша. Совсем забыла. Брата моей покойной матери, словом, Кирина мама. Ну, черт с ней, пускай живет. Привезти ее дочь, найдем место и для матери. О, только ты уж повежливей с ней, знаешь, она такая старомодная. Я убедительно прошу тебя. Дорогая моя. Молчи, молчи. Боже, как ты похожа на мать. Бедная твоя мать. Она угасла на коленях у меня. Вы забыли, тетя. Помните, вы тогда были совсем в другом городе. Тем тяжелее быть в разлуке в такую исключительную минуту, да? Однако, где же твой муж? Спит? Да нет, вот же он, тетя.
Он давно стремится познакомиться с вами, Митя. Это мама Киры, тетя Констанция. Ну, здравствуй, дружок. Не смущайся, ничего, нагнись. О, какой! Лестницу мне что ли к тебе представлять? Ты что-то изобрел? Говорят. Не крутись, не крутись, ничего тут дурного нет. Ты что же ты изобрел? Не секрет? Верочка... Тетя, вы спутали, это не он, это его племянник, жених Киры, талантливый вирусолог. О, тогда уж раз в такой семье нужно и тебе было что-нибудь изобрести. Надо сосредоточиться, не торопиться, и потом непременно что-нибудь такое на ум и взбредет. Если вас не затруднит... Слегка обожаемая тетя. Зовите меня на вы. Митя. Я человек грубый, из маляров. Мне так больше нравится. Хорошо, я сяду. Ступай пока, Митя. Закажи Параше, что купить к вечеру. Иди, иди, дружок, я еще зайду к тебе проститься. Разве вы не знаете, тетя? Мой муж известный оперный певец. Ему ничего не нужно изобретать. У него голос. Ну, бас, понимаете? Теперь все поняла. Он в опере поет, ему за это деньги платят. Да, да, где? Везде деньги. И мне вот тоже комнату надо покупать. Тут у меня от покойного мужа часы остались. Сослуживцы поднесли. Скажи, твой муж не купит у меня часы? Вам не нужно их продавать, тетя. Пока вы поживете у нас. А после свадьбы Алексей, наверное, получит новую квартиру. Нет, нет, мне как-то неловко. У вас уже живет моя дочь. Знаешь, я лучше продам ему часы. Я же говорю вам, тетя, пока вы погостите у нас. Нет, и не упрашивай. Я человек болезненный, мне нужен покой, тишина. Да у нас там очень тихо. Только разве иногда Дмитрий Романович поет по утрам? Это ничего. Если немножко, пускай поет. Я сама иногда пою. Уже не знаю, что тебе сказать. Я бы их недорого ему отдала. Вера Артемьевна, все вещи внизу сложены. Параша, я уговорила Констанцию Львовну погостить у нас на даче. Как только приедет машина, велите шоферу заехать за ее вещами. Почему вы улыбаетесь, Параша? Да не уж внизу вещи-то. Корзиночка небольшая, да сундучок такой печальный. Ну что ж, тем лучше. А куда же она сама-то пропала? Нельзя, я переодеваюсь. Ничего, дружок, я не буду смотреть на тебя. У меня к тебе совсем-совсем крохотное дельце. Дело в том, что сейчас я покажу тебе одну вещицу. Ты только взгляни на эти древние часы. Поймите же, драгоценная мадам, у меня своих четверо. В зубах я, что ли, буду носить ваши часы? Но теперь таких же не делают. Мелочка, хотя бы из милосердия вмешайся в это дело! Сейчас, Митя! К Дмитрию Романовичу приедет малознакомый человек. Водки на стол не ставьте. Если засидится, напомните Дмитрию Романовичу погромче, что я одна осталась на даче. Ярочка! Иду, иду! Но я же просто подарить их тебе хочу, как древнюю вещь. Ты же покупаешь древние вещи. Верочка! На дьявола мне нужен ее будильник! На нем даже стрелок нет! Митя, ой, держи себя в руках! Митя, ты же говоришь с Кириной мамой. Объясни же ему, Верочка, что стрелки ему на каждом углу вставят. Ой, такой да. Большой, а непонятливый. Мы позднее возобновим этот разговор, тетя Констанция. Я не хочу раньше времени стать вдовой. Но я же старого закала, мой друг. Я не привык, вот даром есть чужой хлеб. Спускайтесь вниз, тетя. Видишь ли, Верочка, я, может быть, целых 10 лет у вас проживу. Ой, ой. Нам пора ехать, тетя, нам пора. У нас в семье все были выдающегося здоровья и погибали только от несчастных случаев. Боюсь, мамочка, что и ты не избегнешь этой судьбы. Кира! Ляля! Прошу тебя, мама. Дочка моя, как я соскучилась по тебе, моя роза. Черная роза моя. За 2 года ни одного письма. Как тебе не стыдно, мама? Ты меня
простила? За ту мою ошибку. Ты меня простила? Не надо. Услышь. Пойдем. Сядь здесь, мама. Я пришлю машину к 11. Вы все еще не ушли, тетя? А я. Мы поговорим завтра, мама. Боже мой, куда же я шляпку-то задевала? Вот она. Ты надолго, мама? Ну, совсем, мой дружок. Представь себе, Катин муж обучил свою громадную голую собаку каждое утро лизать мне лицо. Ну, я устроила ему грандиозную варфоломеевскую ночь и укатила. Ты же знаешь мой характер. Ты неисправима, мама. Будь счастлива, роза моя. Увезли! Удивительная дама. На сколько человек накрывать, Дмитрий Романович? На двоих, Параша, на двоих. Алешка приехал? Алексей Иванович в ванной. Звериный запах отмывает. Кирочка очень брезгует. Бреемся. Я, брат, вечность тебя не видал. А похудел, пират. Ночи не спишь. Что с обезьяной? Очень страдала эти дни. К сожалению, есть болезни, которые не воспроизводятся на других животных. Болтают, что скоро двинешь прямо в академики. Молодец. Твой дед, а мой отец, Роман Ладыгин, тоже был не последним среди маляров. Жизнь, брат, надо ломать, как мед, и жрать из пригоршни. Большая премия, к слову сказать. Понимаю, понимаю, молчу. Кира, я готов. Поехали. Я сейчас. Ты почему не на даче, дядя Митя? Да вот жду фронтового друга. Там люс. И время идет на убыль. Идет на убыль время, и не приходит старый друг. В гражданскую мы с ним хлеб делили пополам и спали под одной шинелью. Помню, накануне моего отъезда на учебу в консерваторию, мы до рассвета просидели на обрыве над рекой. Рваный, веселый, голодный и молодый. А ты не боишься, дядя Митя, придет твой фронтовой друг? Увидит эти стены и спросит, что это у тебя, товарищ? Ты не впервые со мной заводишь этот разговор, Алексей. Я не крал все это. И потом, братец мой, это такие пустяки. Дядя Мить, проказа тоже начинается с пустяков. Она начинается с насморка. Что ты этим хочешь сказать? Ты, ученый человек. Я провел детство на коньке крыши подручным маляра. Меня повсюду гнали, все кругом было нельзя. Нельзя! Я слишком долго ждал, когда все будет. Можно! Можно, можно! Вот, узнаешь? Я. Адам Павел Свеколкин. А чем он занимается-то теперь? Вот не скажу. Не ваш брат, физиолог или микробиолог. Широкого действия человек. Кира! Уже второе отделение концерта близится к концу. Я готова. Поехали, Алексей. Да? Да, квартира Ладыгинах. Только их здесь двое. Из лаборатории сказать, что уехал? Нет, это нельзя, я подойду сам. Да? Кто? Что? Алексей Иванович, она задыхается. Нет, нет, раньше таких явлений не было.
Прочтите мне запись температуры и дыхания. Так. А каковы результаты исследования спинномозговой жидкости? Как не удалось получить? Нет, так не годится. Я немедленно приеду сам. Она опять потеряла сознание. Это обезьяна. Да, Кира. Вы хотите поехать со мной туда? Все будни. 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 Впрочем, я смогу вас проводить до зала. Я только переоденусь и захвачу бумаги. Наших ладыгинских кровей, стервец! Какой из тебя маляр вышел, Варёшь? Вам спичку? Где-то были, сейчас. Тут, между прочим, шпроты есть. Хотите шпроты? Мне в детстве все сулили в жизни счастье и какую-то необыкновенность. И вот все сбывается. Да, шпрот включительно. А где же необыкновенность? Простите, это вы меня спрашиваете? Затрудняюсь, адреса я не знаю. Итак, освобождается одно место. Хотите на концерт со мной, Дмитрий Романович? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот вы какой, Ладыгин? Да, я такой, только вы цветы растеряли. А пускай, мне не жалко. Ну, если не жалко, то подарите мне половину, понимаете, до зарезу нужны цветы. О, спасибо. Я вас побольше заберу, можно? Наверное, к дяде. Ему цветы ни к чему, он больше яблоки моченые предпочитает. Дядя Митя, к тебе поклонница пришла. Кира. Простите, пожалуйста. Итак, вы, кажется, ко мне. Простите, по какому делу? Нет, я думала, я хотела с цветами, а он у меня все отобрал. Ха-ха, понятно, племянник. Что ж, ну, на данном отрезке времени ему они нужней. Он сейчас с невестой поссорился. А вы чего оробели? Вы меня не бойтесь. Я добрый, отзывчивый. По слухам... Нет, я не оробела. Я просто никогда еще не видела, как живут великие артисты. Все штучки, штучки, штучки. Правда, я жду сегодня старого товарища, но ничего. Входите. Снимайте ваш плащ. Так. Яблочко возьмите. Спасибо. Так, теперь садитесь на это пружинное облако. Фея. Меня Аннушкой зовут. Очень хорошо. Аннушка. Ну что ж, за цветы спасибо. Я привык глубоко ценить признание моего народа. Ну-с, рассказывайте, откуда вы такая? Где учились, кто ваши родители? Между прочим, когда и в чем вы слышали меня в последний раз? Еще вчера. Ну, как ее? Ну, там, где Сатана участвует. Фауст. Впервые после лета пел. Послушайте. Кажется, я даже помню эти глаза. Вы не в ложе Бенуара сидели? Ой, что вы! Мы там, под самой люстрой сидели. Нам сказали, когда Ладыгин поет, всегда билетов нет. Ну да, это именно так. Ну и как звучал мой голос? Ничего себе, он довольно громко звучал. Только вы не надо меня обнимать. Я еще не люблю, когда меня обнимают. Собственно, я и не собирался. Все равно не надо. Вот вы какой, Ладыгин. Какой же я? Папа говорил, что вы молодой и красивый. Он забыл, наверное, давно уж. Какой папка? Ничего не понимаю. Я ведь вперед побежала. Мне хотелось до его прихода проверить, правда ли, будто вы ему одному однажды целую ночь на фронте пели. Стойте. Мараша! Кто там в доме есть? Там внизу кудрявый такой, Свеколкин. Да на лифте махом его сюда! Да он уже здесь, Свеколкин.
А вот и папка в натуральную величину. Не узнаешь, Дмитрий Романович? Видать, изменился я. Ну что ж, привыкай ко мне, нам не к спеху. Посидел пират. А ты взгляни на этот календарь, Дмитрий Романович. Ну дай же мне сжать тебя, Пашка Слюховкин. Ты вообще извини меня, что я не навестил тебя ни разу. Некогда. А я тебе писал. И не раз писал. Ах, вот оно как. Возможно. Ну как же, как же. Прошу, прошу. Обогнал ты нас всех, Дмитрий Романович. Гремишь по всей стране. Слава! Ну, перестань, братец, не люблю. Хвалу, овации просто не выношу. Ты о себе порасскажи. Частенько по радио тебя слушаем. Обширнейший твой голос. Веришь ли, целиком-то он как-то даже в квартире весь не помещается. Дочка, подтверди. Полисадник выходим слушать, что вроде как издали получалось. А племянником твоим просто гордимся. Большой талант, большой. Он что, дома? На концерте, кажется. Держись, старушка. Еще продержись немножко, и все будет хорошо. Ну, что ты хочешь, скажи. Яблоко, банан или вот воды. Ну а сам-то, сам-то ты теперь кем стал? Не говори, не говори, пускай он сам определит. А? Ты артист, у тебя глаз зоркий, угадай. Тогда смотри, Фаша. Ну-ка, встань так, повернись. Так. А? Не серчай. Но по лицу и по виду твоему я бы сказал, что... Ты есть, ну, кадр районного масштаба. Точнее, а? Точнее надо. Да? А ну, подожди так. Нет, ты улыбку сними. Так, немножко в три четверти. Так. Кассир. Угадал, угадал. Артист сразу видать. Насквозь глазом прожигает. Что ж, должность твоя не крупная, но ничего, Светловкин. Перед своим народом всякий человек маленький. А ведь, помнится, ты о науке мечтал, не сбылось. А? Ладно, дочка за тебя наверстает. В науку, товарищ Аннушка. Ты чего на время-то смотришь, пират? Цель обижайся, Дмитрий Романович, мы люди приезжие. А у тебя поясница, а вашему брату-поясничнику в это время дрыхнуть пора. Да нам еще и номер надо искать по гостинице. Глубоко сожалею, милые друзья мои, но тут мне вас поместить, как видите, негде. Да и время действительно позднее. Вам что? Шофер вернулся. Спрашивает, скоро ли на дачу поедете. Ждать. Идите, параша. Я к тому, что ночь на дворе, а дача громадная, совсем пустая. Вера Артемьевна, страшно одной. А это неплохая мысль. Слушайте, пираты, 7 комнат, речка с карасями, 40 километров первостатейного горизонта, сообщение с городом на уровне современной техники. Соглашайтесь, а? Как, Аннушка, удовлетворим его ходатайство? Дмитрий Романович так упрашивает тебя, пап, что себе просто неудобно отказывать. Мы едем! Маленький уговор, Паша. Будь друг, выдай себя там
за кого-нибудь поважнее. Видишь ли, я столько хвастался тобой перед своими домашними. Я прошу, словом, это можно, конечно, только за кого же мне себя выдать-то? Директор Каспийского моря, скажем. Как это сердито звучит? Как ты находишь? Не пойдет. А если повыше хватить? Повыше? А что если вице-президент Дальневосточной академии наук? Президент. Неплохо. Президент! А выдержишь? Попробую. Блеснем, дочка? Блеснем, папка. Поехали, Параша! Проводи гостей. До свидания. До свидания. До свидания. Приберите квартиру и ранним поездом на дачу. Хорошо, Дмитрий Романович. Видали паренька? Был директором всего Каспийского моря. А теперь выдвинули президентом дальневосточным. Батюшки. Одних докторов у него 7,5 тысяч. А всякой мелочи там все широко шурят. Словом, мы с ним вместе на фронте советскую власть добывали. А по виду не скажешь, что большой человек. О-о-о, большой! Необыкновенный человек. Знаешь, Паша, вчера я даже как-то учуял, что ты сидишь в зале. И взволновался, понимаешь? Даже накладка случилась. Не заметил? О, Варавин дирижировал. Помнишь это место? Люди гибнут за металл. Ну, да. Дает второй раз начало. Я молчу. Понимаешь? Замкнулся звук. Гляжу я в эту тысячеглазую тишину, ищу тебя. И так мне захотелось недельку пожить с тобой. Вспомнить все то, на чем уже роса истории лежит. Пираты, уже первый час. Куда останется нам от хозяйки? Давай, нажимай. Наступил перелом. Вы собирались пойти купаться? Уже утро, Алексей. Мамочка, я вижу твои громадные сапоги. Убери их, пожалуйста. Доброе утро, Параш. Доброе утро, Кирочка. Дядя Митя уже встал? Как всегда, утренней гимнастикой занимается. Давай! Давай еще! Не, вот то давай! Да нет, Дмитрий Романович, это суковато. Нам их на шарап никак не взять. Ничего, ничего, возьмем. Давай, ну, ладно. Ну-ка, отойди в сторонку. Ха! Как по-анонимски, а? Эва! Утренняя физическая зарядка. Да, не мешает малость подразмяться. Люблю это к утрам. Весь день потом чувствуешь себя свежо.
И фигуру это отличающим образом сохраняется. Не хотите на реку со мной, дядя Митя? А, это можно. Только я полотенце захвачу. А оно у вас на плече. Ну, да, все равно нужно удочки еще отыскать. Без удочек неловко как-то на реку идти. Рыба смеяться будет. Вот они. Вы избегаете встреч со мной, Дмитрий Романович. Вы меня немножко опасаетесь? Или хозяйки своей? Тише. Я ночью своего товарища привез. Вон дочка его из окна на нас смотрит. Разбудили. С вашего разрешения я удаляюсь в лодку. Хорошо. Все равно я утоплю вас, дядя Митя. Нас утро встречает прохладой. Только я хотел сказать, что за последнее время вы проявляете ко мне признаки внимания, которого я не заслужил. Вы так ничего и не поняли, дядя Митя. Бедный дядя Митя. Кирочка! Кирюш! Сюда, Каштанцев, устали уж. Судя по свету, очень холодная вода нынче, не правда ли? Нет, так ничего себе, средняя, в общем. Куда они поплыли? Заплывут и вдвоем потонут? Эти не потонут, Костанция Львовна. Этих насильно топи, не потонут. Опять же, из окна все видно. Да? В бинокль. Кира! Кира! Если случится, что Вера Артемьевна вмиг на лодочке подоспеет, спасет. Что они, на пляж поплыли, что ли? Там у нас песочек белый такой. Для загорания самый первый сорт. Ну, пойдемте, нехорошо за людьми подглядывать. Что вы, я гуляю? Помогите-ка мне корзинку до крыльца донести. Вы с ума сошли, милая? Если нас увидит жена, она ничему не поверит. Она отлично знает, как я люблю Алешку. Но что будет, если он увидит нас с вами наедине? Я только этого и добиваюсь, Ладыгин. Все еще непонятно. Не усваивай пока, для чего вам все это. Вам скучно с ним. Мне и самому непонятно, что привлекает его в этих чертовых микробах. Но это парень чистый. И поверьте мне, Кира, лет через пять, когда слава и деньги хлынут на него, любая, поймите, Кира, любая пойдет за него в припрыжку. Но вы красивее всех. Он разум потерял из-за вас. Жалейте его. Почему вы не хотите стать его женой? Вы хотите, чтобы я сама сказала вам об этом? Хорошо. Я неделями не вижу Алексея. Оставаясь со мной, он говорит только о Лилиане. Эта обезьяна владеет и моей собственной судьбой. А о свадьбе Алексей не заговаривал ни разу. У меня был только единственный способ привлечь его внимание. Это вы. Но вы. Что вы понимаете, кроме своих арий, Ладыгин? Ну, а теперь марш в воду! Здравствуйте, мой друг. Доброе утро. Мы не знакомы с вами.
Я Кирина мама. Очень рад. Очень рад. Я вас знаю только по письмам. Верите ли, весь последний год она мне только про вас и писала. Охотно верю. Тем более, что Кира знает меня уже 2 месяца. Она поднялась, я собираюсь на реку. Кирочка, ты проснулась? Алексей Иванович зовет тебя на реку. Спит. Перед тем, как проснуться, девушки спят со страшной силой. Кстати, у вас такой усталый вид, бедный мальчик. Вам лучше прилечь, пока где-нибудь там. А Кира постучит вам. Пожалуй, это правда. Река, как ни старается, все равно от нас никуда не убежит. Верочка, дядя Митя еще дрыхнет. Я не была у него. А вы опять не спали ночь, Алексей? Которую на неделе? Ничего, сейчас разбудит Киру, и мы все трое отправимся на реку. Сегодня ее придется долго будить. Кира давно на реке, она ушла с Митей. Кстати, мать ее знает об этом. К чему же тогда вся эта комедия? Когда-нибудь мы это узнаем. Оба сразу. Скажите, Алексей, может случиться так, что вы не получите премии? Наверное, так и будет. Есть работа лучше и важнее, чем моя. Ну, к чему вам это? Я с детства знаю мать Киры. Знаю, чего она ищет для дочери. Вам известно, что Кира была замужем? Мне глубоко не интересен этот разговор. Я начала его. Замужем за человеком, внутреннее и внешнее уродство которого прикрывалось его большим заработком. Мне известно, Верочка, что люди болеют. Но болезнь я считаю отклонением от здоровья, а не наоборот. Кроме того, я люблю Киру. Люблю ее одну, люблю любую. Как я спать хочу, Верочка. Хотите маленький опыт, Алексей? Настоящая любовь не боится испытаний. К вам просьба, Параша. Мы хотим подшутить над Дмитрием Романовичем. Когда все соберутся, вы вызовите Алексея Ивановича как будто к телефону. Сделайте вид, что случилось что-то ужасное. Можете даже в попыхах что-нибудь разбить. Я все понимаю, Вера Артемьевна. Вот все готово, Алексей. Алеша, вы меня слышите? Параша, ничего не надо, суматоха отменяется. Вы ко мне? Вы так храпели, что даже мухи боялись садиться на вас. Я вышла взглянуть, как вы это делаете. Да? Я пошутила. Я читала про вас. Я думала, вы старенький и добродушный, а вы нет. Но уже знаменитый. Ну, по части знаменитости, это у меня дядя. А мне пока мало что удается. Неправда. Папка говорит, что вы будете такой же, как Павлов. А уж папка-то мой знает все. Павлов. Павлов это образец человека и его труда. Вы юны, дорогой товарищ. И не бросайте словами, которые когда-нибудь вам очень пригодятся в жизни. Но ведь Павлов не сразу родился старым. Некоторые уверяют, что он тоже был молодым. Да? И даже, говорят, на велосипеде ездил. Это у вас я вчера цветы отобрал. У меня. Пригодились? Немножко. Теперь я вас вспомнил. Вы вчерашняя дядина поклонница. И неверно. Я сюда учиться приехала. О, и чему же вы намерены посвятить свои могучие силы? Еще не решила. Он как-то сердцем борется. Театру или науке? Ну, если колеблетесь, идите в театр. Там аплодисменты, слава, толчия. А науке нужны верные люди, которые не ждут от нее ни денег, ни быстрого успеха. Итак, в театр, милый товарищ. Да вы не огорчайтесь. Вот дядя Митя,
Он ведь тоже в театре. Однако он вполне порядочный человек. Спасибо за совет. Сейчас, сейчас. Кира выйдет. Едва ее добудилась. Куда же вы, мой друг? Я думаю, Кире незачем вторично идти со мной на реку. Почему ты не влезла в окно, как я тебя просила? Я не хочу в окно. Ну, пока он там спит, пожалуйста, веди меня в курс дела. Я же должна знать. Я никак не уловлю, Кирочка. Кого из них ты выбрала себе, наконец? Как будто ты невеста младшего Водыгина и просто на аркане тащишь за собой старшего. Я отказываюсь понимать твои планы. Тебе и не надо их понимать. Надо, однако, разобраться во всей этой путанице. Возьмем для начала жениха. Конечно, он молод, хорош и даже, кажется, образован. В своей области, конечно. Но не всегда же он будет находить эти самые микробы. Они такие маленькие. Девочка, мне соседка рассказывала, что у них даже ножек нет. Когда они родятся, их даже собственная мама не видит. Тише говори. Услышат, смеяться будут. Ничего. Над Суворовым тоже смеялись. Лучше поговорим о чем-нибудь другом, мама. Теперь коротко взвесим твоего певца. Конечно, это ветреный народ. Я, слава богу, имела дело с артистами. Кроме того, они глохнут, теряют голос под старость. Вообще, они любят умирать от паралича. Зато закрой глаза и вообрази на минутку. Ты сидишь в первом ряду на его концерте. На тебе длинное платье, тонкий мех, но ты грустна. И пока твой муж рычит там что-то со своих подмостков, весь зрительный зал, затая дыхание в тысячу биноклей, смотрит на тебя одну. О, это уже не микроб, милая моя. Спел разок потише. Люстра. Спел погромче, чернобурая лиса. Мой совет. Бери певца. Кончила? Теперь слушай меня. Ты однажды жестоко напутала в моей жизни. Так вот, либо я уеду отсюда, либо ты мне дашь слово немедленно сократить свою кипучую деятельность. И, пожалуйста, не вмешивайся в мою жизнь. Хорошо, Кирочка. Мне казалось, что за прошлое ты меня простила. Пусти, я хочу к людям. Всех к столу! Это собственная уловка. Вот Вера не должна. Познакомьтесь, пожалуйста, это мама Киры. О, мне уже говорили про вас, если мне не изменяет память. Вы сам директор Каспийского моря. Нет, он раньше был каспийским директором. Мне всегда было как-то до слез жалко Каспийское море. Если я не ошибаюсь, я читала в одном заграничном журнале, что это высыхающее море. Да, море, как говорится, не особенно надежно. Но было бы ужасно, если оно когда-нибудь высохло совсем. Ну что вы, тетя, до этого не допустит? Наверное, туда каждую весну подвозили воду. Там даже узкоколейка проложена, цистерна взад и вперед ходит. И даже на верблюдах. У них на горбу такие котомки кожаные, размером с трамвайный вагон. Я сам видал. Вы долго собираетесь у нас погостить? Сессия завтра уже кончается. Денек-другой еще побудем. Не забудь, завтра ты делаешь доклад у врачей. Я успею. Сессия заканчивается днем, вечер у меня свободный. Смотри, замотаешься, старик.
засадят тебя в санатории, приставят тебе батальон докторов. Как видишь, Алешка, ни зернышко из нашей фронтовой горстки не пропало. Президент! Представляешь себе? Слушай, что они там у тебя затеяли? Ну, Мись, ты чудак, они вешают твою картину. Все знаешь, что такое. Ну, долби же им, пожалуйста, что гости, гости у меня. Что у вас там, сражение происходит? Однажды красота тебя погубит, дядя Мись. Алексей Иванович. Да. Вас немедленно к телефону требуют. Простите, пожалуйста. Это, наверное, его ассистентка. Умерла? Когда наступила смерть? Я же отменила переполох, Параш. Да его на самом деле к телефону вызывают. Аннушка. А Кира там? Кира, она ушла к себе в комнату. У нее голова немножко закружилась от жары. Не огорчайтесь. Не надо. Не надо. Послушайте, что вы тут шепчете? Мне жалко вас очень. Вот жалеть меня совершенно излишне. Вы посмотрите на меня. Ну, я здоровый парень, 78 килограмм. А вот горе у меня действительно непоправимое. Горе. Видите ли, в институте у меня умерла обезьяна. Она была важная? Очень, Аннушка. И довольно дорогая. Многое из того, что необходимо людям, она успела мне рассказать своим немым языком. Если бы все, кого мы любим, так помогали нам в наших поисках человеческого счастья. Первый раз в жизни денег хочу. Много денег. Будь у меня богатство, я бы купила вам сразу 10. А посторонним можно посмотреть на нее? Но она же мертвая теперь. Хотя бы мертвая. Ну, мертвую смотреть незачем. Но в институт можно. Давайте я завтра захвачу вас с отцом. С самого утра. Хотите? Весь этот спектакль трижды задуман для тебя одной. Давеча, совершенно случайно, я услышала сама, как Вера разговаривала с Парашей, вызвать Алексея к телефону и устроить весь этот адский переполох. Дело в том, что они хотят тебя проверить. Проверить? Меня проверить? Чё? Ну, словом, они делают вид, что премии никакой не будет, а даже наоборот. Ой, Верочка, я хотела мирно жить с тобой, но ты разбудила дьявола во мне. Хорошо, тетя принимает твою игру. Ну, конечно, Алексея не было при этом. Нет, он был. И, кажется, даже он курил папироску. В твоем месте я была бы поосторожнее до поры. В чужом доме нельзя быть красивее хозяйки. Я бы ему ежеминутно хвалила его талант. Артисты это любят. Потом я разрыдалась бы у него на плече и позволила бы ему немножко себя утешить. И, наконец, Верочка, ничего особенного. Не пугайся, Митя меня любит.
Отец был добрым и умным человеком. Как могло случиться, что он женился на тебе? А, Лилочка, он просто не заметил. Ну, пей свою желанную судьбу. Не проглоти иголки, что на дне ее лежит. Ты уже держись, Паша, в этой роли до конца. Тем более она у тебя здорово получается. Ты просто артист. Позволь, ты про какую-то роль, Дмитрий Романович? Алешка же полагает в душевной простоте, что ты в самом деле важный научный гусь. Было бы жестоко, если бы ты теперь раскрылся вдруг. Так что ты накручиваешь в том же темпе. И сессии, доклад, ну, ты просто фундаментально получаешь. Ты не беспокойся, Дмитрий Романович. Алеша, ты куда? В институт. Там началось вскрытие Лилианы. К сожалению, я не имею времени поговорить с вами о самом важном на свете, Кира. Но я так ждал, что вы подойдете ко мне с каким-нибудь теплым словом. Пожалуйста. Часть материала взята в глицерин. Хорошо, остальную часть заморозьте. Алексей Иванович. Да. По поручению министра сообщают. Вам премия присуждена. Вас к телефону. Да? Да. Благодарю вас. И ему также кланяйтесь от меня. Слушай, ты пират дальневосточный. А откуда тебе известно, что Алешке премия присуждена? Да мне, видишь ли, кассир там знакомый рассказывал. А эта публика знаешь какая? Им насчет денег все известно. Да ты насчет Алексея Ивановича не волнуйся. Тут дело верно. Помнится мне, возвращался я с одного конгресса морем. И решил провести денька три в Афинах. Минутку, Паш, ведь никого же нет. Что ж ты мне одному насчет каких-то там Афин заливаешь? А? И вообще, брат, слушал я, как ты с Алешкой о барбитуровой кислоте разговаривал. Есть такая, это веронал. Да? Да, веронал. Откуда же ты нахватался столько знаний, пират? А видишь ли, есть там у них один кассир в институте. Тут уж больно много у тебя знакомых кассиров. А? Пьюсь же я с тобой сегодня, Алешка! Пошли, Паша! Можно так бегать, дочка? О, серчишка на весь мир стучит. Чему ж ты обрадовалась? Ага. Ни отец твой, ни брат премию получил. Нам-то от того какая прибыль. Ты же ведь Клод Бернар? Клод Бернар, черт свидери, Алешка! Вина! Выдайте вам всем вина! Алешенька, поздравляю вас, Алеша, нет, поздравляю! Нет, дайте мне! Мне его! А где Соколкин-то? Павел Соколкин где? Павел, сюда! Витя, Витя!
Никогда еще не пила вина. Наверное, горького. Бывает и сладкое вино. Сюда идут. Возьми себя в руки, Аннушка. Покажи себе, дочка. О, мы повсюду ищем их. Они тут секретничают, пустынники. Налеем тоже, Кира. Доверху, доверху. Доверху, доверху. Кланяйся, дочки, поздравляю дядю. Все пьют до дна. А вы сами так и не поздравили меня, Параша. Пожелайте что-нибудь, за что вина не жалко. Не уронить бы мне угощение-то. Работайте так, Алексей Иванович, чтобы людям еще краше стало на свете жить. Ведь они хорошие люди-то. Параша, Вера, сюда. Павел, иди помоги нам. И покуда не будет все устроено, Алешку не пускать. Мадам, уже падают листья. Расскажите же, мой друг, если это не военный секрет, только не торопясь, как началось ваше открытие? Принести вам подушку, Алексей. Спасибо. Мне хорошо. Видите ли, это выглядит так. В сибирских степях проживает этакой гадкой клещ, который переносит лихорадку. Его зовут дермоцентр пиктус. Нам удалось выделить вирус, возбудитель болезни, и приготовить вакцину. И вот эта вакцина... Что вы сказали? Дермоцентр? Какая гадина. Я готова проткнуть его первым попавшимся предметом. Словом, это длинная история. Завтра я отыщу мою давнюю статью, и вам все станет ясно. Разве можно так изнурять себя? Да еще перед самой свадьбой, мой мальчик. Мама, давай послушаем ночь. Ночь вы послушаете потом, а сейчас надо обсудить, куда вы отправитесь после свадьбы. В свое время настоящие люди уезжали за границу. Там они смотрели природу, поправлялись, мыслили. Ты бы помогла Вере по хозяйству, мама. Я знаю, девочка, ты обожаешь море. У меня много срочной работы. Вряд ли нам с Кирой удастся поехать куда-нибудь после свадьбы. Но мы могли бы пока уехать с Кирой вдвоем, а вы догоните нас попозже. Мама, Алексей хочет отдохнуть. Боже, ну а я о чем докладываю? Имейте в виду, когда вы получите на руки эту сумму, я не позволю вам транжирить. Я займусь ею сама. Пойдемте в дом, мне холодно, Алексей. Простите, я не догадался раньше. Останьтесь ненадолго. Ваша мать несколько поспешно истолковала мою радость. Вам не придется взваливать на себя эту обузу. У меня уже нет их, этих денег. Ты слышала? У него уже нет этих денег. Начинается. Теперь держись, мой дружок. А куда же вы их дели? Вы их бросили в воду? Нет, но можно считать, что я уже истратил их. Кира, он отказался от премии. Еще не поженившись, он уже разорил тебя, этот молодой человек. Я не отказывался от премии. Боже, вы потеряли их. Ну где же? Где? Я сама туда поеду, пешком пойду. Дайте же мне факел скорее. О, я догадалась. Алексей Иванович купил тебе свадебный подарок. Он у него в кармане. Не мучайте же нас. Покажите нам его, наконец. Не беснуйся, мама. Пусть он сам объяснит свою недобрую шутку. Я не шутил, Кира.
В жизни мне нужно только то, что необходимо для работы. И кроме работы у меня нет ничего на свете. Кроме работы у вас еще будет жена. Я полагаю, моей жене, как и мне, не нужны... То, что требуется вашей жене, скажет она сама. И пора бросить эти старые замашки, Алексей Иванович. Слава богу, мы хоть и слабые существа, тоже имеем свой голос. Мы женщины. Слава! Ну, у них там почти все готово. Они оба ужасно смешно нарядились. Митя там целую феерию поставил. Меня пугает ваше молчание, Кира. Простите, Алексей. К сожалению, мой бедный ум не в состоянии понять, что именно здесь происходит. Как же ты не понимаешь, Кира? Алексей Иванович даже к выбору невесты относится научно. Он кидает под стол трехрублевую бумажку и смотрит в щелку. Не стянешь ли ты ее, пока положишь? Остановить ее на их поссорит. Дети молчат, когда говорят взрослые. А когда ты протянешь руку за этой бумажкой, он тебя за руку подхватит. Как не стыдно вам, вы, старая женщина. Алексей Иванович хороший, хороший. Он лучше всех нас. Я вполне допускаю это, девочка. Но учитесь скрывать свои желания. Вам самой угодно замуж за этого знаменитого молодого человека. Тетя. Злая, самая злая на свете. Смотрите, какой у нее старый, опытный, какое у нее черное лицо. Аннушка, Аннушка, ну, Аннушка, ну, выпейте глоточек, ну, немножечко, ну, отпейте же немножечко. Дайте же нам жить, черные люди. Уйдите, уйдите. Успокойтесь, все вас любят в этом доме, и я, и Митя, и Параша, все любят, Аннушка. Алексей, дайте ей что-нибудь попить, она вся дрожит. Как ей жить среди нас? Не стыдно, Аннушка. Везерья и солнца справедливости приказала Алёшку привезти. А... Митя, Митя, уйди отсюда, что вы иллюминацию затеяли не ко времени. Что случилось? Там вино кислит, понимаешь, мухи на закуску садят. Уйди, не пускай сюда ее отца. Тебе придется выбирать между твоими гостями, Верочка. Хорошо, тетя. И завтра же, мой друг. Хорошо, хорошо. Теперь дай и мне сказать, мама. Ты бледна, Кира. Лучше бы на завтра отложить этот разговор. Кстати, кто-то едет к нам. Мы успеем закончить, Верочка. Я знала. Еще вчера узнала я, что вы задумали со мной. Я тысячу способов за ночь перебрала, думая, в какую же форму он облечет свой опыт. Я думала, разве мало ему Лилианы, чтобы и на мне изучать темные людские болезни? Скажите, она тоже кричала? Смотрела вам в глаза? Просила о пощаде? Кира, не торопись с последним словом, Кира. Да. Мы поторопились, и мне уже расхотелось. Я не умею, и мне не надо быть вашей женой, Алексей Ладыгин. Я устала от вас, Алексей. Не ходи за мной, мама. Только деревянный истукан может оставить тебя в такую минуту. Загоните же, объясните ей, что вы пошутили. Кира! Поздно, Алексей Иванович. Роза, когда ее срубают заступом под корень... Вы думаете, она едет в санаторий, чтобы пить ваши обезьяне лекарства? Она осыпается и умирает. Молодой человек. Кира! Кира! А я так торопился к своей невесте. Все к лучшему, Алексей. Вам нужна другая жена. Жена, как у Вирхова, у Пастера.
Жена друг, помощница жена. Что же случилось-то, Верочка? Они решили, что это проверка. Кому же я обязан? Кто устроил все это? Вы. Только все это нужно было сделать незаметно. А вы решили в упор и при всех. Но ведь я же действительно истратил эти деньги. Что? Куда ты меня тащишь от самого веселья? Сейчас. Вот, вот встань сюда. Ну? Посмотри на меня хорошенько. Ну, посмотрел. Дальше? Нет, еще долго посмотри. Ну? Скажи, неуклюжая я, да? Смешная, правда? Это от молодости. К сожалению, это проходит. А знаешь, по-моему, она тоже не такая уж красивая. У нее только глаза хорошие. И волосы тоже ничего. Ой. Нет, она красивая. Она очень красивая. И волосы отличные. Но твои мягче. Ты знаешь, Алексей Иванович сделал вид, ну, для проверки, как будто он эти деньги истратил, а им жалко стало, они как начали кричать на него. Да я бы халаты пошла стирать к нему в институт, чтобы только около него учиться, учиться. Если бы он, конечно, нравился мне хоть чуточку. Они обе на него кричали? Нет, только старуха. Она жглась, как крапива, и своего добилась. Они разошлись. Нет, он ее не любит. Не любит. Не любит! Нет, он ее любит. Очень любит. И ты это знаешь лучше всех. Все равно, ведь уже последнее слово сказано. В этих делах, Аннушка, за каждым последним всегда найдется местечко для самого последнего. А тебе не хочется найти сейчас Киру и объяснить ей ее ошибку? Увези меня отсюда, папка. Сейчас. Ну, куда же мы на ночь-то глядя? Да и билет я себе только на завтра заказал. Ну, улыбнись. Ну. Вот так. Ну, пойду сам искать счастливую соперницу твою. Великолепный тост за героическую обыкновенность. А, несмотря на смерть Лилиана, все-таки потерянный. Я счастье искала тебе. Ты не хочешь? Ну, пусть. По-прежнему будешь корпеть над переводами своих химических трактатов, да одно и то же платьишко гладить по ночам. Ведь это на тебе последняя гордыня. Не трогай меня! Не хочу. Мне ничего не нужно от тебя. Ни сухаря, ни рубля, ни лоскута. Я вернусь в свою нору. Я только мать, чтобы плакать. Но я люблю тебя, роза моя. Не истребляй меня за это. Мадам, надо уметь любить своих детей. Разве так можно? Ведь детям убивают на полах. Я задремал тут по-стариковски. Потом слышу, чьи-то кости хрустят. Я и вышел посмотреть, кого это тут терзает в темноте. Вы полюбуйтесь. Что с ней наделал этот мальчик? Ну, ему так не сделать. Тут видна старая, опытная рука. Я не хочу вам льстить, но у вас несомненные способности в этом деле. И если их развивать дальше, можно далеко пойти. Ну, вы много потрудились и можете отдохнуть теперь. Верочка, ты не хочешь пойти своей мамочкой? То, чего она не успела сейчас, она доскажет вам завтра.
Вы не ушли с ней, значит, хотели остаться со мной. Или, может быть, вам просто некуда идти отсюда, Кира? Так. Ну, чтобы вам не скучать, я открою вам один секрет. Никто не устраивал вам этой унизительной проверки. Он действительно истратил эти деньги. Да. Истратил на обезьян. Они ему очень нужны. Да. Что вы сказали? Значит, она все эти дни неотступно идет за мной по следу. Кто это она? Лилиана. А-а-а. Свежо становится. Если я вам больше не нужен, ступайте, Кира. Спасибо вам, хороший человек. Ну вот мы и вернулись. Значит, еще что-то болит. Что? Ты не прячься от меня, дочка. Я сама искала этой красивой, необыкновенной жизни. Вы только нравились мне одно время, как выдающийся научный работник. Когда вы получите это письмо, Алексей Ладыгин, я уже буду далеко-далеко от вас. И вы не сразу его получите. Оно будет идти к вам долго-долго. Уже дети наши вырастут и состарятся. А оно все будет идти, идти к вам. Алексей Ладыгин. Аннушка! Аннушка! Вы заняты? Нет. Я и Дмитрий Романович хотим поговорить с вами о деле, Аннушка. Только ты пересядь отсюда, Митя. Я боюсь за это чудовище. Какая ерунда. Ты просто суеверная стала. На потолке мне, что ли, сидеть? Где хочешь. Я прошу тебя, она непременно упадет. Завтра у вас экзамен в театральное училище. Наша квартира находится совсем рядом. А Дмитрий Романович все ищет быть чем-нибудь полезным вашему отцу. Словом, мы приглашаем вас поселиться на все это время у нас. У вас? Нет, спасибо, мне это не подходит. Вот чудачка, сама же рвалась в театральное, тут только улицу перейти. А я уже раздумала в театральное. Папка! Ой, мой привет! Ну, говори скорее, сколько билетов взял? Два, доченька, два. Верно, ей лучше с тобой домой ехать. Институт у нас не хуже ваших. Да и по друзьям, вероятно, соскучилась. Как не говорить, а домой как магнитом тянет. Знаем мы, какой там у нее магнит. Это как повыше меня с карими глазами. Попал? Попал! Кто же этот удачник, который достучался в ваше сердечко, Аннушка? Ну, выдавай свои секреты, дочка. Ну, этот... Ну, футболист один. Ну, Егора. Ну, который еще третьего дня на встрече с Киевом центр играл. Плечистый такой, в синей майке. Ну, папка, они даже Егорова не знают. Так ты разве их всех упомнишь? Они там как черти гонялись. Нет, я, кажется, припомнил. Егоров — это верзила такой. На контрабас похож. Еще брови срослись. Егоров-то контрабас. Папка, смешные, правда? Ну, я слышала, вы собирались осмотреть институт с Алексеем Ивановичем. А, ну, это было предположение одно. Да и далеко очень. Кроме того, все равно же она же уже мертвая. Ну что ж, желаем доброго пути вам, Аннушка.
А что же вы станете делать, когда вернетесь? Фу, дел много. Танцевать. В кино буду ходить. Только я кино больше люблю, потому что у нас новые танцы никто не умеет. Всегда приходится за кавалера танцевать. Вот видишь, Верочка, а ты собиралась ее в нашу стариковскую компанию запереть. Опять ты сел на то же место. Так тебя сюда и тянет, Митька. Ну, слушай, Паша, ты в городе Алешку не встречал? Так его вызвали в министерство. Видимо, правительство находит, что ему незачем тратить свои деньги на материалы. Обезьяны закуплены в срочном порядке. Вы, кажется, уезжаете сейчас. Уделите мне крохотный уголок у себя в машине. С величайшим удовольствием. Если вы поторопитесь, так и нам пора. Только мне надо далеко. Вас увезут хоть на край света и даже дальше. Верочка, можно мне взять кусок черного хлеба на дорогу? Что вы, тетя? Я уже с утра сказала, чтобы вам приготовили жареную утку. А фрукты и вино в машине. Параш сказал, что все уже готово. Спасибо, дружок. Мам, я кое-что тоже приготовила в дорогу. Спасибо. Ну, дочка, принимайся за чемоданы. Еще последнюю минутку, папка. Ну, прощайте все. Старые березы прощайте. Диван прощай. И ты, многострадальная картина, смотри, не падай. Готово. Бери меня в свою науку, папка. Ну вот мы и взрослые стали. Так что это у тебя там за Егоров объявился? Какой Егоров? Не знаю. Выдумала. Похвали меня, папка. Умница твоя дочка. Да умница-то умница, только что очень много ты на себя наплела. И танцы, и кино, и футболист. А мне хотелось доказать тебе, что я все-таки могла бы быть актрисой. А у нас лучше. И речка шире, и снег без копотиночки. Скорее бы зима. Хватит. Погостили у великого артиста. Спасибо, Дмитрий Романович, за дом, за хлеб, за братское слово. Все хотелось мне сделать себе что-нибудь приятное, Паша. Так и не успел. Да, но... Слушай-ка, у тебя в доме такой надежный крюк найдется и крепкая веревка. А мне еще пожить охота, Дмитрий Романович. Найдется, что? Найдется. Тогда дарю тебе вот картину. Бери, только не благодари. Мерси, Митя, мне не надо. Зря, мировая вещь. Капиталист Требушинский 2000 за нее отворил. Только вот не помню, что изображено. Не то галки на кладбище сидят, не то... Ну, словом, что ты из охотничьей жизни. Ну, можно поглядеть, если желаешь. Нет, нет, ты не хлопочи, Дмитрий Романович, я не возьму. Ну, а, вот, вот. Что это? Из Индии привез, мопсик. Нет, нет. Ну, Паша, ты меня обижаешь. Ох. Слушай, Паша, я тут деньжат с филармонии... Некую Толику получил. Возьми у меня взаймы. Да нет. Ты не стесняйся. Без отдачи бери. Чудак, я не нуждаюсь. Спрячься, спрячься. Да я легче тебя, лучше тебе живу. Ну, можешь же ты потерять казенные деньги. Ну, обсчитаться, растратить, наконец. Ну, ненароком. Имею на черный день запасе.
Паша, ну, я прошу, ну, друг. Митя, а ведь это мне взятку суешь. За что только? За то, чтобы я не приезжал больше? Или за молчание мое? Но я, Митя, твой друг, молчать не буду. А вот не спел ты мне ни разу за все это время. Вот это правда. Да для тебя-то, Паша. Если тебе охота есть. Вера! Верочка! Виктор Романович, машина у большой террасы стоит. Ну вот. Мой первый концерт, Паша, который ты услышишь по радио, будет только тебе одному. Ну ты хоть покашляй перед началом для меня немного. Ну, пойду мадам искать. Что-то не шибко она торопится ехать с нами. Они у себя в светелке заперлись и даже занавеску опустили. У меня к этой светелке заветный ключик есть. Мадам? Да-да. На два слова. Пожалуйста. Верочка сказала по секрету, что тогда на матче был ваш жених. Егоров, кажется. Очень жаль, что вы не познакомили его с нами, Аннушка. Вы счастливы, наверное, любить Алексея Ивановича. Любить. Сейчас у меня нет ничего дороже этого. Передайте это Егорову. Непременно. Прощайтесь с вашей тетей, Вера Артельевна. Почищаю я от вас. Так не хочется покинуть свой гостеприимный дом, Верочка. Вы приедете в будущем году, тетя. Хотя будущее лето Митя собирается провести, кажется, на юге. О, вам придется ехать без меня. Я совсем забыла про свои вещи. Да не уж в машине, я еще давеча их отнесла. Очень мне хотелось бы повстречаться еще раз с вами, Параша. Может, и встретимся. Я тоже как-то с первого взгляда вас полюбила. По душистой веткой сирени мы сидели над сонной рекой. Это Аннушки. Приезжайте еще раз. Как видите, дом большой, березовая роща, речка. Теперь, вероятно, с внуками как-нибудь. Приезжайте. До свидания, пора. Пишите с дороги. Казенные деньги береги. Залов не люблю. Провожать не умею. Я присмотрелась к ней, она милая, только очень простенькая, это Аннушка. Кира сильнее и красивее ее, правда? Седьмой раз тебе говорю, что ты у меня лучше всех, Верочка. Я понимаю, почему тебя так тянуло с ней на реку. Седьмой раз, повторяю, нужно было Алешку с места сдвинуть. Они бы до сих пор в молчанку играли. Я увижу, что мешаю тебе петь, я уйду. Сама. Ну, веришь мне?
Я из всех сил стараюсь, Верочек. Слушай, откуда у Пашки машина такая взялась? Ну, профессор, известный ученый. Как видишь, страхи твои не оправдались. Да, сегодня статья и в газете. Его статья. Вот о медицине, кажется. Смотри. Что? Что с тобой, Митя? Нет, ничего. А я-то его деньги в карман тайком засунул. И махину хотел от этого ему всучить. Промахнулась чертовка. Три дня она как гора надо мной висела. Чёрт ты её отсюда! Езжай, Исполах! Помоги что-нибудь, давай! Её... На чердак её! Ссылку! Немедленно! Батенька, советы старика иногда оказываются полезными. Вы совершили замечательное открытие. Но не забывайте, что даже триада Коха... Зачем вы здесь? Я пришла работать. Мне вдруг открылось, что человек может сделать гораздо больше, чем любая самая одаренная Лилиана. Как я боялся за вас, Кира. Алеша.